будет обратный ход, как бы не приходится, но то, что я говорил, сейчас возникает совершенно новая ситуация, которая может привести к тому, что будет расколот само Косово. И тогда, наверное, международному сообществу нужно будет делать совместно и искать возможности для решения этой уже проблемы новой, которая возникла на там, этапе вот, одностороннего объявления независимости. Поэтому это вопрос, который мы будем обсуждать в том числе и в Совете Безопасности, потому что мы не согласны с теми нашими партнерами, которые хотят там насильно вот эти вот сербские там анклавы и места компактного проживания интегрировать в независимые Косово, потому что это тоже элемент принуждения. И в мандат международных присутствий, которые находятся там, это не входит. И вот об этом мы будем говорить, в том числе там, на Совете Безопасности, который состоится сегодня, потому что ведь вся цель международного присутствия, которое было одобрено резолюцией 1244 в 1999 году, оно заключается в том, что должны быть созданы нормальные там условия для межэтнического сосуществования, там этносов, которые там есть. Вот. И никакого силового, к чему призывают наши партнеры, принуждения косовских сербов, значит, так сказать, вот воспринять эту там идею, так сказать, государственной независимости, ну, мы не потерпим. И здесь возникает вопрос о том, каким образом будет вести себя международное сообщество. Сейчас, если говорить о миссии ООН, то она очень осторожна. Они подчеркивают, так сказать, ну, имеется в виду, так сказать, там, руководители миссии, что вмешиваться в вопросы независимости или независимости они не будут. Вот, и что их там мандат остается таким же, каким он и, так сказать, значит, был одобрен в 99 году. Но вы знаете, что Евросоюз как бы объявил о развертывании собственной миссии. Они отводят 120 дней переходного периода. Значит, отсчет пошел от 18 февраля, значит, 18 июня, а они должны будут, значит, миссию собственную, так сказать, там развернуть. И опять возникает вопрос, что сербские, значит, анклавы никакой легитимности этой миссии не признают и будут отказываться там от сотрудничества с этой миссией. То есть я думаю, что ближайшие месяцы будут определяющими. И, естественно, к ситуации до 17 февраля, до одностороннего провозглашения независимости, мы, наверное, не вернемся к этой ситуации. Но то нахлебаться там еще, может быть, так сказать, нам всем из-за этого, так сказать, придется, наверное, это тоже может быть факт. Спасибо.